умерла, завещание ни на кого не написала. Подскажите, пожалуйста, как будет делиться наследство между детьми и внуками? Если в жизни все произошло так, как должно происходить, то внукам, скорее всего, кроме приятных впечатлений о бабушке из детства, ничего не достанется. И согласно статье 11.42 Гражданского кодекса, наследниками первой очереди по закону в данном случае, то есть завещания не было, по закону являются дети, супруг и родители. Ну, супруга, наверное, бабушки нет в данном случае, и родителей нет. Речь идет о детях, да? Значит, дети будут наследниками первой очереди. Если же произошло так, что кто-то из детей бабушки умер до ее смерти, либо одновременно с ней, то ее доля наследуется по праву представления ее, получается, соответствующими потомками, то есть внуками. Доля умершего ребенка, бабушки, наследуется его детьми, умершего, в равных долях. Если один ребенок, значит, наследует долю всю. Если несколько детей, то в равных долях.